начала октября в лесах Подмосковья было обнаружено и потушено 4 возгорания. 2 из них произошли в Звенигородском лесничестве на территории Подушкинского и Кубинского участков. Несмотря на то, что в регионе стоит достаточно холодная и временами дождливая погода, опасность лесных пожаров сохраняется. Пожароопасный сезон еще не закрыт. Жители просят соблюдать осторожность при обращении с огнем.